Давайте за ручку. Пускай он проснется сегодня утром, и у него не будет сухариков. Ой, Руслан мне звонил. Вчера писал. Фотографии где эти? Какие? А? Ну что ты фотографировала? Все в моей сумке. Сейчас я его включаю как компьютер. Все в моей сумке. А, старые на фотографии, да? Нет, что-то сегодня фотографировала. Так еще. Ну как, он еще ж не сбросил. Фотографии еще. Как же он это? Ильюша, привет. Вот. Не, Ильюша это? Не, не, вот, я... Вот, вот моя. Так если ты мою дочку любишь, так я тебя любить буду? Конечно. Ну так, по-любому. Так давайте на этом мы сойдемся. Я бы с удовольствием. Мне самое главное, чтобы она хотела дочки, чтобы у нее хорошо было. А у тебя таких пока, ну, нету, у тебя никаких минусов, ничего. Пока даже при желании. Минусов у тебя нету, да? Ну, пока что. Пока нет, да. Веселый пока. А, хороший перевод. Вот пьешь мало, ну вот в меру. Бутылку в день, да, все. Обиделся. Обидчивый так. Это ж надо. Не, вы знаете, нет. Вы просто не знаете про дозаправка. Вы знаете, для каждого водителя дозаправка это очень важно. Это очень важно. Дозаправка. Понял, кажется, вот вроде в законе поправка, а все уже до заправки. Вот это по мне, понимаешь? Это вот мой человек. Ну, будешь взять. Вот это мой человек. В доме все не пьющие. Мама любит 100 грамм протянуть с компанией. Нет, мам, не дурит такое. Мам, что это было? Это Бог. Это вот Бог. Вот Бог, да. Чтоб ты, ну, не... Видите, ну выпей с нами шампанское. Ну, сейчас, давай. Ну, Фужеш, ну мы ж тебя ждем. Ну, давай, понимаешь? Где ты ждешь? Ну, как так можно? Мы тебя ждем. Ну, шампанское открылось. Вот в фужере нет ничего. Знаешь что? Мы тебя ждем. Тихо. Ждут, когда... Ну... А ты не, вот, не идешь, ты музыку уже... Тихо, тише. Лево. Сядь, тише. Сядь. Тихо, лево. Сюда. Лево. Вот ты вот с Надошкой на отдых съездил? Вот это, я считаю, это ей останется на всю жизнь. Да. То есть это очень дело хорошее. Да, надо в туалет. Надо как-то. Да. Он только что по телефону сказал, я сниматься сегодня не хочу. Вот правильно. Не, ну для вашей телекомпании я... Ну что ж, доброе утро сегодня. Мы ведем свой репортаж из необыкновенно уютного гнезда. Это орлиное гнездо, это приют, где сегодня я нашел свой ночлег. Боже мой, как повезло мне, что не ночевал я ни на улице пьяный, побитый, не спал. Добрые люди подобрали. Подобрали меня, что добро. А крылья побрали. Так, все, спасибо. Света, а ты что скажешь, где ты? Ой, не надо, у меня утро алкоголика. Ну, глупости не говори. Не надо. Ну, не надо. Ну, вот, ну. Еще ну два на кухне не получилось ничего, вот елки-палки. А что вы хотели? Она была, ну, вот, ну, включена камера, на столе снимала. Я когда со стола взял, я ее взял бы не включил, а выключил. И стал тебя снимать. Ошибся от радости, елки-палки. Сейчас, ну еще одна минута. Вообще рассеянный какой-то. Ну, от радости, что ну дочка жива, здорова. Вот заяц лежит. Она любит со мной так вот, ну, у койки лежать. Я тоже люблю. Полежать как можно больше, утром вставать так не хочется. А зато ночью не уложить. Она даже была, когда, ну, вот такая была маленькая, да? Сын сразу спит. Она, пойду в туалет схожу, пойду зубки почищу, пойду туда схожу. А я, ну, я пить хочу. Время. Ну, время Вероника, тянет. Вероника, ложись спать. Сейчас. И не ложится. И никак уходит. Не уложить. Ну. Мама. Я в детстве никогда не мог понять временной промежуток, когда я говорю, мама, ну иди сюда. Она говорит, ну скоро. Я не мог понять, скоро это когда. Да. Вот, я уже вижу, я чувствую его. Кто там вот? Телефон. А, телефон-то упал? Жоры, наверное, какие-то орлы. И хлопцы не звонят. Ой, здравствуйте.
О, и это было бы очень удивительно, если бы Флавс изменил. И по телефону любит говорить. На себя не похоже вот на этой фотографии. Ну, она бывает разная. Ну вот как-то. Она этой. Вот это вообще классно, такая голливудская фотография. А вон та вон, маленькая она там. Маленькая. Руку, руку. А вот с белыми волосами она похожа на маму. Да. Да, сразу. Мы... Так она скоро будет белая, мы ее сделаем белой. Сделаем белую. Надо ее паркмахерскую загнать и побелить. Да. Настоящий цвет. Не, не, так это не ее цвет. Это не ее цвет. Она же белая была у нас. Это мой цвет. Ну, как твой цвет? Так что ты белая была? Это не ее цвет. Ты же покрасила же дочь. Или ты уже сама сняла? Нет, это уже ее волосы, видите. А ты наш белая была? Она белая красилась, потому что. Да? Да. Ой, она же такого цвета. Папа белый, дрожь, блондинка. Ну, это все равно была у меня. А вот мама что, белая. Мама, а Руслан чего белый? Так, Руслан а что он белый? Он меня, потому что я блондинка. Почему вы говорите, что Руслан белый? Для меня Руслан рыжий. Рыжий. Бедный. Мы ему скажем. Он рыжик, ну, это же классно. Наоборот, все. И я такой еще такой постоянно с Вероникой. Она говорит, Руслан у нас белый. Как он белый, Руслан? Ладушки мои. Покажи. Что там говорит? Жора вас хотят. Она, кстати, целое утро звонила. Света. Ну вот, Вероника только еще сделала. Вот она маленькая еще была. То есть это, ну, газету дай ему с собой, давала? Нет. Сейчас это такая будет. Вот это заточка. Машка. Машка. Такая заточка. Машка. Точно. Это вот Кристина была. Папа говорил, директор Бали. Институт керования. Это у меня был день рождения, мы на природе отдыхали. Фоток у нас, не знаю, сколько тысяч. Это с 1200, наверное. Папа наш. О, классная фотка. Покажи. У нас с Русликом. Покажи. А это вот Витин брат родной. Ну, юморист тоже. Может, куда-нибудь в гости. Он тебя знает уже, ну, газеты покупает. О, это но... что, газеты? Ну, вы такой довольный. Знает все. И знает, какая ты тебя, ну, откуда ты знаешь, что группа, ну, ну вроде такая... Это не... мои девочки-соседки. Не очень вот раскрученная. Соседка, я. Березина? Ну, девки у меня там тоже такие нормальные. Ну, мне с ними весело. Видите, мне с ними весело. Как в гости приходят. Вообще, как начнут этими, ну, грудями самотрасти. Это Витя где-то. Где ты с фонтаном, Витя? Где? Скажи. Фонтан? Вот в Москве, наверное. Москва. Возле Большого театра. Это да, Витя, точно. Возле Большого театра. Сколько маме твоей? 85 лет? 84. Ну, 84. И внучки уже. Да, Руслан там Вероника наяривает. Вероника переживает, а Руслан точит. Что-то наяривает там. Так вот взять мы все, если что-то само есть такое. Самое интересное. Хорошая фотография. А, Руслан маленький. Фотография, это классно. Смотри, это маленький Руслик у нас. А, это вот так вот восстановили фотографии, да? Или это? Ну, это со слайда. Ага. Видите, слайды раньше делал. Покажи. Это в Минске или где? Или в Березине? Это в Осипович вообще. Малой, он еще в коляске сидит такой. С сандаликами. Там, ну, тетка моя, да? Ну? Да. Баба. Ну, тут Вероничке мы ноутбук подарили на Новый год. Она сидит с ним. Счастливая. Mm-hmm. Ну, мы сами счастливы. Это ты не знаешь, что мой племянник. Папа, ты меня тут так закрасил, ужасно. Где, покажи. Не закрасил он меня. Есть, да. Ну, да, сюда. Сама я, ну, виноват. Витя с девками своими отрывается. Ну, виноват. За жопец трогает. За жопец их. Какой там жопец? Наташку там. Ой, класс. За жопец. Это покажи. Дедова машина. Дед умер у нас. Ну, папа. Покажи. Вероничка такая, пацанка здесь такая. Девочка молоденькая. Нет, здесь такая, вот как парень такая стоит вообще. Это меня он тоже сделал такую. Это шофе. Светлана. Да, батька, она. Она уже довольна. Сейчас уже и все самое, и загрузишь с ним фотками. Ну, не буду загружать, я только еще покажу. Нет. Черно-белые. Вот. Да, покажите мне вот. Старые фотографии. Я же, у меня чуть... Так, он... маленький. Видишь, какой белый? Ага. Мне же, думаю, их не знаю, сколько, ну, тысяч фоток этих черно-белых. Хоть ты их в бочку засади. Это вот я, это в садике мы где-то фотографировали. А это Вероничка с Русланом. А
нянька хорошенькая. Хорошенькая, да, такая? Она как куклу. Она девочка классная была, такая хорошая. Не мешала никому не спать. А вот, видел такую фотографию? Русик вечно плакала, а это не плакала ни. Малая, такой волос у нее. А вон она в садике тоже стихотворение какое-то рассказывала. Банта такого нарядили. Да, это Руслан маленький со мной. Детки маленькие, в лето вот не раньше. Света, очень много, ты все что не показываешь. Ну не буду я все показывать. Время, сейчас, ну ехать надо. А кому надо, он не торопится, ты что, да. Понимаешь? Надо спросить у него, мой. Гала. Мне нравится фотка. Классная, да? А что там все? Стала такая. А, сережка на пляже. Класс. Я вам с Вероничкой тоже смонтировала. Все, это класс, все хорошо. Встань. Пленки не хватит. Пленки не хватит. Будешь на? А я вас смотрю с кем? С Ухтинским. А это я... Ухтинский. Да, ну, вы с ним расстались. Дядька веселый. Хороший компания, хороший вообще. Молодец, да. А это с этой Яковлевой я снялась тоже на съемочках. Кино тут снимали у нас у Минске. Снимали, я с ними снялась. Ну все, это с этой. Буду, ну вот одеваться буду. Ведь одевайся, да? Ну хочешь, поедете. Нажал запись и сразу, ну, черный вот редер и сразу... А ты не слышишь, все. Сзади робот. Сзади робот.